Ganz herzlichen Dank für die Bildung und die Publikum. Ab jetzt startet der Pavel Chasimo. Тут же гол Пастин. Сбоите Арнамин. Гол Павел, гол Пастин. На втором месте Час Лог. Далее Бульман. С просветом третий Тандрога и замыкает Арнамин. В борьбе за лидерство гол Пастин и Час Лог. Бульман на третьем месте. Первая четверть дистанция. Пройдено за 35,3 секунды. Участники заезда проходят перед трибунами. Бег возглавляет Чарльз Лок. На втором месте гол Пастин. Далее с большим просветом Бульман. Далее третий дозор и замыкает Арнамин. Бег ведет Чарльз Лок. На втором месте гол Пастин. Чарльз Лок заканчивает вторую четверть дистанции за 34,2 секунды. Чарльз Лок впереди. Сбоит Лок Пастин. Чарльз Лок впереди. Сбоит, что Лок Пастин пытается объехать Кульма. Трепет Азовым. Далеко сзади осталось. Объект идет Чарльз Лок. Третья четверть дистанции пройдена за 36,7 секунды. Впереди по-прежнему Чарльз Лок. Может и выходит на финиш напрямую. Лошади на финишной прямой восьмого заезда.